Опять ко мне в очередь, да? Вы понимаете, вам просто сказочно повезло. Я полупрофессионал. Я, понимаете, училась. Ну, какие-то 5 лет не доучилась, но это не важно. Все-таки какие-то знания у меня все же остались. Так, одноглазое чудо, я не поняла. Ты что-то за мной бегаешь, а? Потом ищи себя, понимаешь, на каких-нибудь сайтах.